по окончании отопительного периода в соответствии с действующим законодательством мы намерены осуществить мероприятия по ограничению и прекращению поставок газа организациям коммунального комплекса, не выполнившим обязательства по расчетам за потребленный газ. Эти мероприятия запланированы у нас в отношении порядка 17 организаций на сегодняшний день. Это жесткие, но вынужденные санкции. Планируется их реализовать, начиная с мая месяца. Хочу обратить внимание на то, что в результате неисполнения обязательств организаций коммунального комплекса перед поставщиком газа жителям Тулы, Узловского, Ясногорского, Арсеньевского, Воловского, Чернского, Адоевского, Плавского, Теплогоревского, Щекинского, Каменского, Веневского района может быть отключено горячее водоснабжение. Кроме того, такая политика недобросовестных плательщиков ставит под угрозу срыва реализацию социальных проектов «Газпрома» в Тульской области. Это программа газификации регионов России, а также программа «Газпром детям».